я сам машину не вожу. И хлопоты автовладельцев мне вообще не знакомы. Но, зная опыт заграничных парковок, вот, например, в Нью-Йорке, ну, это очень престижно занять место на парковке, потому что там парковка, ну, 500 метров парковка, 500 метров парковка, это абсолютно нормально, люди привычены парковаться на парковке, даже половина из них бесплатная, и парковка вот решает проблему. Но лучше всего не водить машину, а ездить на велосипеде.